Вместо руля педали, пульт управления и азарт. В Зауральной роще прошли первые в Оренбурге соревнования по автомодельным гонкам. Как появилась гоночная трасса и кто оказался лучшим в заезде, узнаем в этом репортаже. Почти как погоня в нашумевшем фильме «Безумный Макс», только в миниатюре. Участники первого в Оренбурге автомодельного заезда не щадили ни топлива, ни целостности корпусов своих болидов, лишь бы показать лучшее время. Перед началом соревнований участники усиленно готовились и привыкали к импровизированной трассе. У меня две модели сегодня. Это будет она участвовать в классе «Монстр 8» и «Спорт 8». Тренировались где-то около месяца, наверное. Ну, так, приезжали на выходные с ребятами. Вот, и ездили, накатывали. Изучали траекторию. Кстати, все эти повороты и насыпи автомоделисты сотворили вручную. На это ушло почти полгода. Каждый бугор продуман, чтобы машины малых габаритов не вязли и не цепляли бампером, тратя на это драгоценные секунды. С весны мы активно занимались строительством. Вот. И вот на сегодняшний момент у нас есть трассы, где можно гонять, ставить рекорды. Ну и отличное хобби. Первенство присуждается за правильно выполненные круги, то есть, естественно, не срезая их. И обгонять в этом виде спорта тоже никого не нужно. В каждом классе будет две квалификации, в которых нужно показать лучшее время круга. Вот. И потом, соответственно, будет финал в каждом классе также, где будут распределяться уже места по тому, кто больше всего проедет кругов. Значит, каждый заезд будет длиться 5 минут. То есть за 5 минут нужно пройти максимальное количество кругов за самое быстрое время. Всего в заездах приняли участие 16 спортсменов-гонщиков, причем у каждого своя модель. К примеру, вот такая небольшая машинка обойдется в 25 тысяч рублей. А если к тому же она с двигателем внутреннего сгорания, то и обслуживание выйдет недешевым. Топливо 3,8 литра стоит 2800 рублей. Почти 4 литра. Ну вот сейчас на соревнования где-то мы около литра потратим на все заезды. Ну, запчасти покупаем. Да они чуть дороже, чем на, допустим, «Ладу» на автомобиль. Виктор принимает участие в модельном заезде уже не в первый раз. По его словам, в Самаре такие соревнования уже давно не нонсенс. Раньше ездили в Самару на соревнования, сейчас теперь у нас своя трасса есть. То есть уже опыт есть, побеждали? Пятые-шестые места пока. За время обкатки своих транспортных средств и привыкания к трассе у участников выработались определенные правила по управлению. Это чтобы не врезаться в модели других спортсменов-игроков и показать лучшее время. Трудно ее удержать на трассе самой. Она бывает вылетает, бывает переворачивается. Когда ее заносит там направо, надо газ выжимать направо тоже. И она выравнивается. Передний мост заблокирован у тебя. Да. Кстати, в заезде могут принимать участие только внедорожные модели размером 1 к 8 и 1 к 10. Таковы правила гонок. Ну а лучшее время в трех заездах показали Лапин Кирилл и Вячеслав Захаров. Они были награждены дипломами победителей.